Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Мохаммед Салах. 4-4-2 с одним центр-форвардом. Он будет вести силовую борьбу и скидывать мяч на быстроногого партнера по атаке. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Мохаммед Салах. 4-4-2 с одним центр-форвардом. Он будет вести силовую борьбу и скидывать мяч на быстроногого партнера по атаке. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Мохаммед Салах. 4-4-2 с одним центр-форвардом. Он будет вести силовую борьбу и скидывать мяч на быстроногого партнера по атаке. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Мохаммед Салах. 4-4-2 с одним центр-форвардом. Он будет вести силовую борьбу и скидывать мяч на быстроногого партнера по атаке. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Мохаммед Салах. 4-4-2 с одним центр-форвардом. Он будет вести силовую борьбу и скидывать мяч на быстроногого партнера по атаке. Название домашнего стадиона Ливерпуля Anfield, наверное, одно из самых узнаваемых в мире. Да, это очень любопытная история в камне, ну а болельщики – это история в песне с их на весь мир знаменитым исполнением «You'll Never Walk Alone». Anfield вообще один из самых старых и один из самых шумных стадионов Англии. Ливерпуль начинает первый тайм.
Кейта. Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. Робертсон. Атака остановлена, но кто получит мяч? Хороший пас в